Здорово рыболовам, по вашим многочисленным просьбам, например, Никитосика. Делаю свой самый безумный эксперимент. Проверяю на рыбе водку. Глубина 6 метров. Свою самую проверенную в боях сухую прикормку замешиваю на водке и закладываю в кормушку. Прикормка темная под цвет грунта. С особым нетерпением опускаю кормушку на дно. Прикормка образует аппетитное облако мути. Плотва подходит и резко сваливает от этого места подальше. За 40 минут съемки ни одно живое существо даже близко не приблизилось к прикормке с водкой. Пробую собрать плотву, добавив мотыля в лунку. Но подошла только парочка маленьких и глупеньких рыбешек. Водка надолго отбила аппетит у стаи плотвы. И в этом месте она еще долго не будет кушать. В следующих фильмах будут сниматься чеснок, сухарики, банан и многие другие. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Сорокин, и скоро увидимся.